зовут Максим, и сегодня у меня опять все новое. Сегодня будет обзорчик одного выстрела, ну как бы нужились, у меня чуть снизился, она может сказать, нет, не доход, чуть-чуть денежки снизились, уже я его купил. И еще скоро я и вообще обзор на вес мудрости, да, это было сложно пройти на 50-й уровень, и я вам это, скорее всего, будет в следующем видео. Я расскажу, стоит ли она вообще на того, и просто сделаю обзор. В этом видео я буду не один. Мне тут будут чуть-чуть помогать. И вот сейчас там будет приват, я в него войду. И сделаю там такой такой не одиночный, а дуальный обзорчик. Так, мне тоже сказали на пароль, это на пароль 22, скорее всего, 2022. Но нигде не используйте этот пароль. Да. Так, ну пока ждем. Я чуть расскажу об этом быстро. С этой пушкой не может так достаточно быстро бегать и пулять. Но с ней не прямо так не часто. Набольший темп стрельбы. Хоть тут и написано 53, он, ну, достаточно, на самом деле, быстрый. Ну, и подъезжает на голову на 50, а вот тут он даже... Ну, вот тут, на кого-то даже медленнее, чем в нем. Тут на кого-то самое быстрое, и тут уже такое среднее. Так, я проверяю сейчас приват. И, в общем, так случилось, что создали приват свободного режима. И что-то в свободном режиме, на по идее... Можно делать с одним выстрелом и снимать на него обзор. Да, ну конечно, вот так можно, но... One hour later. Наконец-то. 43. Нет, не 40. 4К. Отлично. Я вижу. Да, отличное качество для видео. Так, все, наконец-то. Пошло то, что надо. Этим одним выстрелом все изменяются, что они криво стреляют. Но проблема в том, что с этим одним выстрелом по-другому стрелять невозможно. Поэтому у него, ну, какого-то нету брони. Ладно, спасибо ему все равно. Я бы для видео еще бы много раз брал бы всяких людей, ну, потому что это гораздо интереснее. Ну, поэтому, кто играет, добавляйтесь ко мне в друзья и ожидайте. Так, давайте сейчас вот такую штучку покажем, что у меня есть. О! Отлично, сколько там мою... Нет, его пальчик. Так, чего этот один выстрел такой косой? Да, я тут в этом видео много как-то чуть ворчу, но кто-то сам понимает. Ну, кто-то, я говорю, потому что это не все могут понимать. У него какие-то такие... Он, видно, в чат там хотел. Так, я ему сказал, что чат был тихий, потому что это видео. Во! Вот! Жаль, что это приват. Ну, по-любому, как вы видите, что-то... Этот один выстрел, несмотря на то, что... Так, я ему... Так, и мы продолжаем... Делать обзор на один выстрел. Стоит ли он того? А, он тут уже? Ну, он тут, у него это перезарядка. Даже с модулями. Или модулями. Она вот такая вот медленная. Ну, вот это вот. То, что там вот, ну, было 51 или 53. Между выстрелами эта вот штука, она слишком долгая. Вот, ладно, ну на что я могу
пожаловаться на него, потому что это не стоит, чтобы на 65-м улучшать тратить 145 алмазов и покупать ее за 1310. Ну, как-то так. Так, ну как вы видите, в этой битве что-то я проигрываю. Я, правда, стараюсь. Ну вот, я вот так его могу. Ну, как-то сложновато. О, это интересно, он думает, что я там, а я не там. Он же невидимость была. Где мои родные пушки? Они быстро. А я подумал, что он опять хочет помешать обзору, а он поменял скин. Я бы сейчас взял и пистолеты, и мой другой пистолет, и автомат, и ветвь мудрости, или тяжелую снайперскую винтовку, и просто бы все показал. О, это же штука. О, даже так. Ну как бы, ну видите, уже счет почти равный. Ну да, вот это вот на один раз я так чуть прыгаю эту штуку, пацаны, не знаю зачем. Вот. Так, ладно. Думаю, время уже будет заканчивать. Поэтому сейчас я его добью уже. И покажу вам потом, чем закончился счет. Ну слушайте, с одним этим выстрелом как-то слишком сложно. Так, все, готово. Вы потом видите. Закончился 8-10 в его пользу. Ну, такой же, но как и был. И всем спасибо за просмотр этого видео. Смотрите другие видео и не забывайте подписаться, потому что мне надо чуть-чуть раскручиваться. Да, я буду снимать все шорты. Ну, просто давайте чуть-чуть, если вы не можете, то чуть-чуть помочь. И ждите следующих видео, скорее всего, на ветви мудрости или про 20 000 просмотров. Я не помню, у меня сейчас уже есть. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр.